Добрый день, дорогие друзья. И что я хочу вам сказать? Ураган прошел мимо. Дэниел был прав. Он сразу сказал. Мы так рады, что у нас не снесло крышу, не сломало забор, так как в прошлом году нам это все стало. Крышу, чтобы отремонтировали, страховка, нужно было копеймент нести, 4000 долларов. За забор я заплатила 1500. Итого 5500. В прошлом году нам стало ремонт после урагана. Поэтому мы так рады, что в этом году ничего не сломалось. Надеемся, что больше не будет ураганов. У меня сегодня выходной, четверг. Я закончила физиотерапию. Еще раз говорю, по-нашему физиотерапия, по-английски они говорят physical therapy. Поэтому я иногда говорю так, иногда говорю по-другому. Вы знаете, вот в спине как бы вот расслабление произошло. Нету такой напряженности болевой. Боль, конечно, легкая все равно присутствует, но я думаю, что все равно это все помогло мне. Получилось так, что сегодня и завтра с подряд 2 дня у меня будет. Ну, надеюсь, что в субботу на зомбу съезжу. И на следующей неделе мне будет смотреть как бы специалист, нужно мне продолжать или нет. Я, конечно, скажу, что нужно продолжать. Есть результат. Упражнения, которые они предлагают, делаю я с ними. Конечно, я дома не смогу их делать, и мне очень они как бы помогают. Вот. Ну, а сейчас я остановилась. Я забегу в Росс и заеду в Walmart. Уж извиняйте, в супер-пупер магазины меня не тянет. У меня, как говорится, в магазины заезжаю по средствам и по необходимости. А развлекательные такие прогулки не могу позволить. Ни по времени, ни по деньгам. Поэтому заеду сейчас, обувь посмотрю, платье, и поеду в Walmart. За туалетной бумагой заканчиваться. Смотри, какие милые бабаёшки-то. Прям котёнки. И это милая такая красотулька. Что-то стареньких не стали делать, молодых. Да, духи, парфюм уходит из моды. Дэниелс говорит, если кто-то парфюмом пользуется, он стал кашлять. Он никогда не реагировал. Я всегда ему покупала на день рождения парфюм. А сейчас он даже сам не пользуется парфюмом. Говорит, если я кашляю, значит и самому не надо пользоваться. $16. Ух ты, какой большой Томми Хилфигер. $32. Не знаю, запах. Любила я покупать ему, себе. Тоже сейчас не пользуюсь в связи с масками. 2 года маски все носили. Какой парфюм. Сейчас только от масок начинаем отходить. Не до парфюма. Все хотят дышать свежим воздухом. Все равно приятно посмотреть. 9 тоже. Туалетная вода недорогая. Может, что-то не найду. Если что-то интересное найду. Вот эти интересные. Рыбок. Сколько стоит? Что-то все подорожало. 32. Ну, нормально. Тогда типичные фирменные, такие у них спинаторы классные.
Так удобно мне их и по ширине, и без носок одеваю, очень удобно. Уверенная походка. Ноги не устают. На меху думала. Ну что, маленькая есть меха. Прикольные мотоботики. Сколько же они? 36 долларов. Ну так, мне ничего не приглянулось, чтобы померить. Захотелось. С ромашишками. Ну, размер маленький. Ромашки. Очень интересно. Битрут. Свекольные корни. Свеклу Данил не любит. Ну, как-то одно время капли покупал. А чего вот они рекомендуют? Клык релиз капсулс. А для чего их рекомендуют? Нервал. Нервал. А натуральный. Хербал. Нервал. Квалити тестит. А чего? Непонятно. Рекомендуют. For adult, take two. 3 times a day. Видите, даже не берутся, не берут ответственность порекомендовать от чего свекольные корни. Странно, обычно много пишут чего. Ну ладно, цену посмотрим. 7 долларов. Вот видите, какой компактный набор с кисточками, с палочками, с губочками всякими, с тампончиками. $15. Ух, какие рюкзачки красивые. Там много. Hilfiger. Не знаю, школы-то они маленькие. Украшения. Осенние, так сказать. 8 все-таки. Последний день лета. Платьев много, но они такие уже вечерние или с длинным рукавом. У меня вот такого вот нет, бордового, но это короткое. Это прям такое тяжелое, видите, плотное. Что-то купила бордового. У меня нет бордового наряда. Похоже, что ничего я не найду. Сегодня не мой день. Все лучшее я уже купила. Вот есть бордовые, свободные, но с таким рукавом. Это надо куда-то на серьезную вечеринку. Извиняюсь, леггинсы не снимаю. Слишком кропотливо. Вот такое платье, оно пришито, видите? Накидка платья. Накидка очень такая, наверное. Много узоров тут. А я же люблю эти накидки-то. Знаете, неплохое. Легкое и в то же время свободно сидит и нарядное. Тренд.
Как длина, видите, я же в этих не вижу длину. Вроде ничего. Вы знаете, вот этот насыщенный такой зеленый. Мне больше нравится. Во-первых, с подкладочкой, рукав. Тут можно бантик завязать. Свободно. Но длина критическая, конечно. Прям, но не короткая. Даже не знаю. Цвет хороший. Это же цвет лучше, чем этот. Хотя тоже такой насыщенный. Помните, да? Многоклинка. Только другого цвета. Точно такой же у меня комплект. Ну, накидка не обязательно, но вот видите. Все-таки такой фасон сидит на мне изумительно хорошо. Он не прикреплен. Не знаю. Ну, фасон, конечно, копия того. Идеально сидит такой на мне фасон. Вот был бы такой цвет. Длина такая, видите, шикарная длина. Это коротковато. Вот всегда так. То цвет не тот, то фасон не мой. Ну, я думаю, нет смысла покупать одинаковые комплекты, хоть в размер, цвет другой. Вот этот цвет мне нравится. Не знаю, еще померяю. Не знаю. Длина, конечно, впритык. Сетка шикарная. Так, смотрим цену. Этот комплект $17. Тоже интересный. А этот, да, я в прошлый раз покупала $30, но тут скидка уже что-то. Я, по-моему, дороже покупала. Вот такой бы фасон. Вот с такой расцветкой. Было бы изумительно. Но этот недорогой. $17. Ну, а какое я платье купила, вы узнаете из моих танцевальных клипов. Что выбрала я? Две пары. Как говорится, good luck. Померить, подойдут или нет. Тут, видите, открыто и не очень высоко. Эти написаны, что, ну, очень комфортно померить. Поэтому вот эти мне понравились. Сейчас одену. Нет у меня ни гольфиков, ничего. Короче, эти 7,5, одеть я их не смогла. Ну, нога, конечно, тоже. Эти побольше сейчас одену. Ну, одела я эти. Ну, они мне никак, знаете, не придают никакой праздничной или удобства.
все сжимает. Как я буду танцевать, если мне не комфортно? Без каблука. Ну что, с каблуком не получилось, но без каблука очень симпатично. Широкий, размер подходит. Легко одевается. Как тапочки. Это мне подходит. Муж, извините, что подлетает. Я уже в Walmart купила помаду. Тут она показывает темные. Хитер Саммер. Хороший цвет. На руке уже черкнула. Ой, вот видите. Так и знала, что что-нибудь свалится. Пробочка. Вот в прошлый раз я прошла мимо, а этот раз не знаю, не знаю. Вот не удержусь. Пиджаму мне не надо. Сейчас жарко в пижамах еще. О, уже повеселей. Сиреневая. Сиреневая. Chills. Let's go. Chills. Ой, ну что ж. Видите, дороже платья. $17, как платье. Но я сейчас дома хожу вот именно в таких нарядах. Вот видите, прикупила. Транжира. Ой, какая веселая. Ну, если найду мой размер, обязательно куплю. Можно ходить уже сейчас. Ой, прикольненькие. Ну, ведь маленькие. Большие уже тетеньки разобрали все. Вот это самое красивое. Нету таких. Больше размеров. Красота. Ух, комбинезоны какие. Добросовестно прошла мимо сухих фруктов. Хочу, но надо ограничивать себя, начинать что-то делать. Самое главное, мне нужна туалетная бумага. Туалетная бумага куплена. Ура! Еще одну упаковку взяла. Как говорится, постоит. Вот в Walmart мангового кефира я не нахожу. Поэтому покупаю, что попало. Осталось мед и приправы для дрессинг, для салата. Так, мед я нашла. Еще раз говорю, что я сахар не ем. Вот у меня на несколько месяцев баночка меда. Так, нашла я, где Area Dressing. Сейчас буду искать мой любимый Olive Garden Dressing. Вот, возьму бутылочку большую с уксусом. Очень мне нравится. Жиденький. Light. Ну ладно, мы не будем. Light. Все, заказы все выполнены. Мороженое я сегодня не беру. Как говорится, утолила жажду. В прошлый раз покупала. Все, проходим мимо. Так, Данил у меня на бананы. Аппетит у него. Надо взять. А салат в связи с ураганом было приготовлено. У них очень много салата, но ураган не состоялся. Поэтому у нас была возможность салат принести домой, что я и сделала. Салата у меня достаточно. Ну вот не такие они здесь аппетитные, как в этом паблице. Ну возьму. Персика взяла.